самые сильные федерации нашей страны объединились под одним названием – Ассоциация российских силачей. Это немножечко похоже на историю про 1380 год Великого поля, да? Когда по версии Ивана Гумилева с Куликова поля уже пришли русские люди. Если на Куликова поле шли вятичи, гриничи, суздальчи, нижегородцы, киевляне, нормально. Бедро пока еще держит. Я 3 недели назад на Арнольде надрыв бедра заработал. Поэтому еще даже синяк. Поэтому аккуратненько работаем. Все по плану. Все правильно. Давай, удачи. Все по плану. Уже русскому войску и потерпело поражение. 50 тысяч воинов князя Атаганина Литовского не успело найти дневной переход. Почему? Потому что Атаганин княжеств в составе 5000 человек вышло к нему на Белевец. Конечно же, их убили, но князь Рогалов не попал на Куликова поле. А когда попал на Куликова, догнал на пост с ранеными и перерезал. Но с того момента супер этнос русские появились на этой земле, на которой мы сейчас с вами, в принципе, друзья, и живем. Очень интересный факт. Я его провожу параллель между тем, что произошло в 2016 году. Мы объединились в одну сильную крепкую федерацию. И сегодня здесь камень 205, а не 140 или 150. Это очень большой камень опасный. Это говорит о том, что уровень высокий, уровень профессиональный. Это адская смесь. И действительно, мы погибаем.
Если три смерти на мою руку, которых оставили. Шел Тор Симпсон, 97 год. Самый сильный человек планеты трехкратно обладает смерть. В возрасте 31 года ушел. 2013 год. Майк Шенкерс, 31 год. Джон Перри, 2002 год. Американский спортсмен. Возраст 29 лет. Умер. Хорошего в этом ничего нет. Но это отличает спорт от шоу. Спорт – это действительно по-настоящему идет борьба не на жизнь и на смерть. Но кто, я думаю, если их матери, их бабушки, я думаю, у них, наверное, сердце рукой отбивалось, когда они были все наблюдали. Когда я привез фотографии своей бабушки, где поднимали 95 килограммов над головой, маленький мальчик, привез 77 и весит 71 килограмм уже тогда. Держал штангу над головой 95 килограммов, бабушка заплакала. Сыночек, это же так тяжело. Говорю, бабушка, это мало. У меня в этой категории мастер спорта 125 рублей и 160 толчки. А я 95 стою и держу. Понимаете? Что нас остановит? Потому что мы так живем. Никто нас не сможет обвинить, что мы неправильно делаем. Мы это любим, мы этим живем, мы здесь погибаем и наслаждаемся здесь. Это мужской привычок. Доказать себе и остальным, что ты себе, что ты имеешь право быть на этой земле, что ты являешься, ну так скажем, в эту эпоху, в этой цивилизации занимаешь вот определенное свое место. Вот и все. Пацаны, вы готовы? Итак! Упражнение камня Атласа. Упражнение, определяющее вид спорта. Потому что только по этому упражнению люди вспоминают, что такое стронгмен и силовой экстрим. Вес камня. Ну запредельный сегодня. 205 килограмм. И к этому снаряду первым приглашается самый легкий жесткий соревнователь. Евгений Ковыленко. Лучший стопекер страны. Бронзовый призер, двукратный бронзовый призер турнира «Армаклассик» по силовому стриму среди людей. Наша надежда, наш убийца гигантов, просто хороший, сильный, упертый парень. Евгений Ковыленко, друзья, ваши аплодисменты. Женщина, наша сила. Ассистенты, сядьте сюда. Дается 1 минута. Зрители, готовы? Судьи готовы? На старт! Внимание! Начали! Поглубже, поглубже, поглубже! Давай! Давай!
Да. И устали, и прошла там всего неделя после тех соревнований, и что-то какое-то фан порешает. Понятие сами. Ваши аплодисменты на прошедшем турнире в Красноярске поднял камень 10 килограммов на два раза. Посмотрим, что будет у нас сегодня. Остар, внимание, начали. Прошло. 3. 25.
Ну что, победил сильнейший. Борьба была бескомпромиссная, был чисто выигранной. Объективная судейская работа. Собственно, ваша поддержка вашими аплодисментами, вашими эмоциями, глазами, улыбками, не знаю, переживаниями, сочувствием. Привели к тому, что все-таки ребята все дошли до конца. Слава Богу, без травм. Это самое главное, без травм. Но и я хочу сказать, что мы каким решением подписали что-то такое, да? Надо? Проведем на следующий год, проведем этап чемпионата России, полномасштабный, 10 самых сильных. Ну, Бог его знает, потому что у нас здесь представители. Если наш, так скажем, из властных структур есть, может, проведем и в этом году. Проведем. О, заметьте, и я это предложил. Конечно, это я предложил. Спасибо. Спасибо огромное. Еще раз, партия «Единая Россия», большое спасибо за вклад развития силового экстрима и силовых гимнастов. Пацаны, можно вас на минуточку? У нас здесь есть, помимо самых сильных мужчин, у нас еще есть сильные женщины. Здесь рядом сидит моя землячка. Она сейчас про себя все расскажет. Говори. Ты хочешь стать звездой? Ты хочешь в Америку поехать? Подойдет тебе американские души. How you feel yourself? My name is Katya. Катюха с Магнитогорска, воспитанница элиты. Шимовой, Полея, Андрея Эдуардовича, это мои земляки, Челябинска, из Магнитогорска. Она хотела попробовать провести на плечах коромысла. Конечно, не женское дело, но вид такой спорта есть. Разделение такое у нас есть. На одной классе тяжело проводится с турнир среди женщин. Три весовые категории. Поэтому сегодня, наверное, Катюшка, мы тебе разрешим провести. Ты уже мешочек приготовила, смотри? Нет, это мой. Это не твой, но теперь будет твой. Ассистенты, пацаны, давайте. Еще немного. Еще чуть-чуть. Последний бой. Окрутный, самый. А я просил домой. Качу. А я там вот так не видел. Маму, папу, дедушку, маму. Я качу, качу. Ставь сюда. Давайте. Выносите. Высоту сейчас поставим. Сейчас все расскажем. Вот это уже со знанием дела. Высоту какую ставить? Братан, а вы герои. Без базара. Как они говорят, у нас на районе. А вот. Катя, иди сюда. Иди ко мне, моя хорошая. Давай, смотри, с той стороны вставай. Если можешь, ты, конечно, можешь замораться, но тебе учитель поможет. Вот смотри, но тебе нужно это поставить, чтобы у тебя нижняя шкала. Поднимайте, пацаны. Стон у нас песня зовется. Давай, брат. Еще немножко. Еще давай. Вот давай, вот еще вот сюда, чтобы он совпал. Вот сюда. Еще. Катя, стоп. Все примерно вот так. Ну давай еще повыше, чтобы посмотреть. На одну повыше. Чтобы появилась дырочка здесь. Давай. Она вот здесь. Давай. Не ругайся. Это слово нужно дома оставлять. Вот, все грузим. Вес коромысла 160 килограммов. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Все есть. Итак. Вы за женскую, да, болеете за женщину, ну ладно. Сейчас к вам приходит мужичка еще такого пивного. Надень, одень или мешок? Чуть-чуть, вот так. Еще чуть-чуть. Все, пошла. Вот у нас уже есть, рождается новая звезда силового экстрима. Вы не хотите силового экстрима? Хотите, да? Да. Давайте в следующий раз. Все? Да. Тогда сними вообще.
Вот сейчас смотри, слушай только мою руку, не спеши. И смотри, самое главное, не остановись ни черта, за черту не добегай. Вот эта черта вот поставила фронт в первую часть, и все. Ты поднимешь. Вот смотри, подходишь, берешься вот здесь. Да. Делаешь глубокий вдох. С двух ног, не вот так. Подними еще, под, и на меня еще. Вот, вдох, вдох. Встаешь. И пошла. Давай!